Скажи мне, кто твой автор, а я скажу, какой ты артист. Вещь называется «Одесский порт». Когда я жил в Одессе, в нашей квартире коммунальной был один телефон на всех соседей. И часто я брал трубку, звонили соседям. Соседи брали трубку, звонили мне. Мало того, наш телефон был параллельно соединялся с Одесским торговым портом, откуда звонили с криком матом, куда сгружать вагоны. Мне это надоело, я кричал, вы не туда попали, и так далее, и так далее, и я стал отвечать. Алло, это порт? Нет, вы ошиблись. Алло, это порт? Нет, вы ошиблись. Это порт? Нет. Это 15, 14, 16? Нет, вы ошиблись. Но это 15, 14, 16? Да. Значит, порт? Нет. Я тебе покажу, мне нужен четвертый причал. Четвертый занят, иди на пятый, отвечал я. Алло, да, что да? Куда сгружать апельсины? Давай ко мне. Куда? Ласточкина 9, квартира 1, 7 этаж. Ты, придурок, плевал я на тебя, я сгружаю. Давай, алло, да. Это ты сказал сгружать на пятый? Кто со мной говорит? Диспетчер, вы не туда попали. Алло, это порт? Верно говоришь. Какой причал? 7. Это ты, Ваня? Нет. А кто разрешил разгружать вагоны апельсины на 5? А что? Они все гнилые. Тогда сгружай на 4. Алло, 7? 3. Фу ты, Господи, это диспетчерская? Вы куда звоните? Куда сгружать каучук? Давай на 4. Так там уже апельсины. Они все равно гнилые. Сбрасывай и на каучук на апельсины. Он же прыгает. Кто? Каучук. Ничего, каучук упадет и самортизирует. Ты что, дурной? Нет, вы ошиблись номером. Алло, это Петр Васильевич? Нет. Диспетчерская? Нет. Петр Васильевич? Да. Петр Васильевич? Его нет. Кого? Меня. Алло, я слышу, слушайте, Петр Васильевич мне нужен. А кто его спрашивает? Капитан Дербента, куда сливать мазут? А куда вы звоните? Это порт? Нет, вы ошиблись. Алло, порт 15, 14, 16, говорит капитан. Добрый день, меня сейчас нет дома. Наговорите ваши просьбы, пожелания после третьего пикания. Пи-пи-пи-пи. Ты, пидор, еще раз поднимешь трубку. Я приеду к тебе на Ласточкино, сгружу тебя на 7 этажа на апельсины, ударю каучуком и залью мазутом. Повесь трубку, придурок, больше не бери ее никогда. Кто это со мной говорит? Это диспетчер Петр Васильевич. А, слава богу, наконец-то, давно. Я хотел с вами поговорить. Я говорю, когда вы будете выезжать на разговор, предварительно мне позвоните, что вы выезжаете. О чем, придурок, тебе позвонить? Что вы предварительно выезжаете. Алло, так я уже звоню. Это вы предварительно звоните? Алло, мы еще с тобой на «вы»? Так, кто это меня тревожит такую рань? Алло, это Венспилс? Венспилс? Кого вызывает Венспилс? Это порт 15, 14, 16? Нет, это Кац. Какой Кац? Карцев. Ты что, дурака валяешь, Рома? Это Миша. Какой Миша? Жванецкий. Какой Жванецкий? Напомни мне о себе. Я сменный механик по портальным кранам. Ты что там делаешь? Что ты делаешь там, Миша? Зачем тебе эти краны? Что я там делаю? Я пишу. Кому? Тебе. Помнишь, раки 5 рублей большие? Вы ошиблись номером. Когда будете звонить, вставляйте палец куда надо. Вставил. Это Рома? Нет, вы ошиблись. Это порт. До отхода танкера Дербента осталось 15 минут. Рома, что с тобой? Это ты? Так, це я. Ты что, сдурел? Где ты? На твоем юбилее, чтоб ты был мне здоров.